Всем привет-привет! Начался новый день, а я собралась на ходы. Иду сейчас делать новые ногти. Вот показываю вам, какие сейчас у меня. Вот видите, ежик куда-то, ну, половина ежика спряталась. В прятки играет. Тут немножко облупилась. И на этой руке мишка целенький. Но вот этот ноготь уж очень сильно страдает от того, что я везде лажу. Все мою, чищу. В общем, пойду сделать себе новые ноготочки. Еще хочу пройтись по магазинам. Ну и так, немножко-немножко чего-то еще. Закупилась я всякими делами. И иду уже в гости к своей Танюшке. Хотела показать, что купила. Купила чехол для телефона. Это маме подарок на Новый год. Вот такой, с открыточкой. Такой. Это маме, это папе подарок, это держатель для смартфонов, тоже с открыточкой, это купила Танюшке, это ручка такая, ну и там еще всякие вещи. В общем, иду поздравлять Таню, ее маму, и заодно делать новые ноготочки. Время вроде только 3 часа, а уже так темно. Может быть, снег пойдет. Может, это пасмурно просто. И состояние что-то у меня не айсовое, как будто меня плющит. И я не знаю почему. Но настрой хороший, хочу двигаться. Хотя очень тяжело мне дается. Как будто прям я, не знаю, с мешком картошки иду. На плечах вот еле передвигаюсь. Но надеюсь, что это все временно. Потому что планы внезапно нарисовались на дальнейший вечер. И мне надо двигаться. Я сегодня уже не хотела снимать, но у нас новый контент. Таня, помаши ручки всем. Звезда Ютуба. Бомж на связи. В общем, вот такие ноготочки. Вот такие. Вот. Ну, наверное, не видно. Сова, мопс. Здесь пингвин и заяц. А мы идем совершать великое дело. Таня ни разу не делала. Я вообще только видела в Ютубе, но сейчас покажем. Время 9 часов вечера, мы приехали на мойку. Таня, ты знаешь, что делать? Таня? Ага, я тебе сейчас смотрю. Ага. Таня, ты точно знаешь, что делать надо? Ага. Нам нужна активная пена, ага. А потом ополаскивание. Вот это четвертое. Сначала мы второе, потом четвертое. Так. Четвертое. О. Да. В общем, перед красной кнопкой и вторая кнопка. Когда я тебе говорю стоп, нажимаешь на стоп. Сначала первая. Вот это, ну, вот эта вот кнопка именно. Не вот это, а вот Господи, это. Господи, спаси. Давай. Ребята, никогда в жизни не делай. Что давать, Таня, что делать-то? А 100 рублей нам хватит? Нажимать. Куда нажимать? Стоп? Нет, вот. Когда я тебе скажу стоп, на красную будешь. Вот сюда нажимать? Да, давай. А может сначала надо ее намылить, а потом давай. Пеной? Господи, она орет на меня. Там тут не нажимается, ты понимаешь? Ну? Ты думаешь, это активная пена? Люди! При температуре один активная пена не работает, Тань. Зраков красные. На что жрать? Активный шампунь. Вот это? Да. Таня, поехала. Матерь бы. А где шампунь-то? Когда шампунь? А вот шампунь начался. Ну надо же. Таня, я скажу. Тут кости, пипец. Таня может все что угодно. Хочешь ногти, хочешь машину мыть, может депиляцию сделать и татуаж. Таня может все что угодно. Так, а деньги-то текут. Деньги-то капают. Таня, двигайся быстрее. Деньги капают.
Ну ничего, так моют пока. Хорошо. Ой, матерь божья. Это на мойку 5 машин стоит. Ой-ой-ой. Вы видели ее глаза? Форс-мажор был, Таня решила меня с камеры помыть немножечко. Таня, деньги идут. Тут прям лед-лед. Ну тебя нафиг, Таня. Мы лучше тут в сторонке постоим. Так. ГТО. Норма ГТО сдала. Сказала, как скажет, на стоп нажимать. Так. Две бабы на мойке. Это что-то значит. А Ваня спрашивает, ты где, когда домой вернешься? Все уже, стоп нажимать где-то смысла. 15 рублей осталось. Ура! Все, Таня, шампунь закончился. Отлично. Ты рада? Так и поедем? Жалко. Таня, тут с двух шлангов можно из чего. Вон там еще один стоит. Стоит и таращится, как нормально. Ну пускай таращится. Генерализованный, какой еще? Какой водой? Насыщение воска даже есть, Тань. Не надо на воск, давай четвертый. Ты снимаешь что-то? Раз, два, три, четыре. Ну насыщенный воск опять. Таня. Четыре цифра. Раз, четыре два, цифра. А, тут четыре. Я на кнопочке четыре, Тань. И все, на стоп надо будет нажимать? Не знаю. Давай. Таня, не, может... Не надо. Все, а то, может, воском? Поехали. А я бы воском здесь спиндарил, а? И должна блестеть. Вон, видишь, как? И блестеть. Что творит? Что творит девка? Она льдом покрывается, машина. Новый год, а машина грязная. Ну, зато блестит теперь чистенькая. Татьяна Петровна. Можно было 50 рублей хватило бы. Понимаю. Удобная штука, хочу сказать. Сейчас я вам свои ногти покажу. Видите, пингвин. Женщина, что с тобой сделаешь? Пингвина хотел бы. Она чуть меня не выбыла. Вот такие мы веселые девочки. Я из укрытия за ней наблюдаю. Тут везде лед. Я тут... Поэтому даже боюсь идти куда-либо, иначе едешь. Все. Етицкая Богомыш. Таня, ну расскажи, как твои впечатления? Лучше на платную. А сколько стоит платная? 350 сколько. О! О, что у тебя есть-то? Я с тобой дружу. О, Катане, сколько все есть. Щей, борщей можно наварить, а? О. Да я лучше, чем собака, Тань. В общем,
200 рублей у нас получилось. А на мойке платы 350. 150 экономия. Но там бы протерли бы тряпочкой, да, насухо. На мойке. И еще коврики помыли. Теперь будет корочка льда. Льдом покрывается машина. Все, садимся? По машинам? По машинам! Донеслось. Вернулась я уже домой, вся довольная, но очень уставшая. Сейчас пойду спать. Завтра тяжелый день. Еще раз покажу вам свои ногти. То вдруг там плохое было освещение. Сова. Тут вот мопс. Вот такой мопс. А здесь у меня пингвин и зайчик. Вот так вот. Таня мама мне подарила шоколадку. А Таня подарила моей любимой Рафаэлке. В общем, живем. Жизнь налаживается. И все в лучшую сторону. Мансуша, ну что, любишь всех? Любит. А я на этом буду со всеми прощаться. До новых видео. Всех люблю, всех целую. Всем пока-пока.